Накануне первого юбилея ведомства бойцы СОБР «Рубин», входящего в состав Росгвардии, провели урок мужества для воспитанников дружины святого князя Александра Невского. Офицеры показали мальчишкам настоящие боевые приемы и азы строевой подготовки. Воспитанники клуба старательно чеканят шаг. Строевая подготовка – часть большой программы, направленной на всестороннее развитие подростков. Кто-то целенаправленно готовится к военной карьере или службе в армии, другие развивают в себе дисциплину. Сюда приходят оттачивать характер и учиться. Самостоятельность, в первую очередь, в любом случае в дисциплине, потому что работа в коллективе. Вот. Плюс, опять же, полезные навыки выживания. Навыки выживания пригождаются не только мальчикам. Девочки здесь тоже могут многое. И палатку разбить, и правильный узел завязать, и первую помощь оказать. Но самое главное, сюда приходят, чтобы завести друзей. Добрых, сильных, с правильной системой ценностей. Мне очень нравится отношение людей ко мне, лично ко мне здесь. Мне нравится атмосфера этого клуба. Мне нравится здесь заниматься, и поэтому любое занятие здесь становится увлекательным. Сотрудники специального отряда быстрого реагирования Росгвардии в течение года проводят для школьников уроки мужества. Они отвечают за патриотическое воспитание православной дружины. Наши сотрудники, используя свои навыки, обучают детей ориентироваться в лесу, правильно принимать решения. Первоначальные какие-то моменты медицинской помощи. Вообще, жизнь подростков клуба довольно насыщена впечатлениями. Они обучаются огневой и десантной подготовке, ходят в лес с палатками, слушают лекции по истории и получают духовное образование. Каждый их день расписан и проходит за полезными занятиями. А значит, и растут они людьми дельными, дисциплинированными и целеустремленными.